Друзья, всем привет! Давайте сегодня слепим вот таких морских звезд. У меня розовый пластилин. Я его разомну, чтобы было удобнее с ним работать. Шар. Также у меня есть пергаментная бумага. С помощью нее я раскатаю этот шар. В принципе, вы можете это сделать руками, в ладошках. У меня скалочка, и я ее растягиваю по стене. При помощи стейки я буду вырезать форму звезды. Такая звездочка. Убираем все ненужное и сглаживаем неровности. Вытягиваем лучики звезды подлиннее. Сглаживаем все края. Мне кажется, у меня получается Патрик. Стекой я буду рисовать узор на звезде. От центра звезды по середину каждого луча прорисую полосу, линию, вот так. И при помощи стека с шариком вы можете использовать спичку с спичной головкой. Я имитирую такую фактуру. Вот сквозь звезды. Продвигаюсь вдоль своего луча.
создаем такие вмятинки. Ну вот, наша цветочка готова. Ставьте лайк, если вам понравилось наше видео, и подписывайтесь на канал. Всем пока!